Томской области стартовала доставка новогодней почты. Специальные ящики для писем Деду Морозу установлены в почтовых отделениях региона. Послания новогоднему волшебнику будут принимать до 31 декабря. В Колпашеве почтовый ящик установлен в отделении на улице Белинского, 14. Письма можно отправить не только главному волшебнику Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Однако не все дети знают, как правильно оформить письмо, поэтому на месте будут работать сотрудники почты, которые помогут заполнить адресные строки, наклеить марку. А чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом. Почта бережно доставит каждое послание волшебнику, даже если его опустят в обычный почтовый ящик. Все сотрудники, работающие в отделениях логистических центрах, знают, где живет Дед Мороз. Главное, чтобы был указан адресат. Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников. В 2022 году только в Великий Устюг Почта России доставила около 150 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых, еще несколько тысяч в другие регионы. Из Томской области в адрес Деда Мороза по почте ушло около 7 тысяч отправлений.